Приветствую вас, дорогие друзья. Начинаем мы очередную серию прохождения игры Medieval 2 Total War за королевство Англии. И у нас тут... Вчера я хотел... Вернее, вчера должно было стать здесь сражение под Болоньей. В общем, снять осаду Болоньи. Ну, даже не знаю, врага, в принципе, здесь мощная такая армия. Стоит нам, не стоит... Вот эта армия у нас точно не останется. Видимо. Ну ничего, мы сейчас здесь уже... А я что, сейчас начинаю делать новую армию собирать. В принципе, несколько ходов и вновь соберется. Давайте попробуем. Потому что он уже довольно долго здесь стоит. Не идет на штурм папской армии. И к тому же нам тут уже еще и Рим осадили. В общем, нужно действовать, и также у нас Милан осажденный. Давайте пробуем. Вступаем в битву. Так, ну что же, развертываем мы войска. У нас есть здесь три отряда лучников йоменов. Тяжелая пехота. Небольшой отряд конницы. Ну как небольшой, три отряда конницы у нас. И у нас есть плюс, ко всем прочим, артиллерия. Который мы также можем наносить удары по врагу. У врага есть тоже артиллерия, это требюши. Давайте пока под прикрытием нашей артиллерии быстренько пехоту сюда, чтобы нам как можно быстрее вывести их из-под удара требюши. Что уж такое. Кстати, наши уже попадают. Ой, в смысле. Вражеские трибюши уже попали. Мы, по-моему, только первый раз попали по врагу. Если я не ошибаюсь. Так, сейчас мы их попробуем вынудить действовать. Вражеский, в общем, вражеская артиллерия попадает как-то более часто, чем наша. Ага. Только по своим бы не попали, то как-то они страшно все это делают. Как выдавать сюда вот на помощь бегите, выдавать тоже атакуйте. А наша кавалерия здесь сейчас с тыла их покусает. Так, давайте сейчас нашей артиллерии пока отменим стрельбу. Иначе мы сейчас по своим больше попадем.
что нам крайне нежелательно. Так, отлично, здесь мы разгромили один отряд швейцарских гвардейцев на правом фланге. Центр-то у нас проседает, но зато мы здесь на флангах пока одерживаем победу. Давайте. Сейчас мы ударим конницей из тыла. И попробуем разогнать. Этот камушек здесь еще мешается. Отлично, здесь мы. Враг поддался панике, это просто прекрасно. Флангов мы их взяли. Теперь давайте идем все к центру. Здесь кто у нас? Швейцарские гвардейцы опять. Так, конницу возвращаем. Ну, собственно, здесь уже все, я думаю, да? Общую такую давайте атаку. Окружаем остатки папских войск. Куда ж вы, ополчение болельщиков, бежите, а? Куда собрались? Ну и, насколько я понимаю, победа, да? Осталось нам нагнать отступающих. Да, полный разгром папских войск, хотя мы понесли тоже немалые потери. Давайте, где вы там? Наш конь, чтоб никак не расторопиться. Давайте, враг вон впереди. Бейте их как можно больше, чтобы их как можно меньше сохранилось. Иначе потом опять с ним сражаться. Вот что они опять стали? Что вы встали опять? Я же вас посылаю. Куда? Знаете, хоть стрелков с пистолями. Они добегают до куда-то немного и встают почему-то. Ну, наконец-то, блин. Все, дальше можно здесь на быстром уже. Так, ну там незначительное число их убежало. Давайте еще вот эту кучку прорядим немного. Да вот же они, ну что вы... Оп, ну-ка. Еще один отряд стрелков с пистолетами даже. Походу, у всех уже есть отряд с огнестрельным орудием, кроме нас. У нас пока таких отрядов нету. Так, а с кем там дерутся наши лучники? А, кто-то, видимо, через них пробегали, наверное. Есть кто-нибудь еще бежит? Что такое с мышкой происходит, а? Так, а у нас один отряд какой все-таки разбили, что ли, да? По всей видимости, да.
Так, потеряли мы 258 воинов, враг потерял 797, победу нашу, у нас еще осталось 765 воинов. Получили многие отряды боевой опыт, в том числе охрана полководца. Так, что нам с пленниками? Давайте выкуп. Слишком большие потери мы понесли. Новый человек, свите Леонард Спарк. Еще один последователь присоединился к свите этого человека. Лютин свойственно вслед за теми, кто значительнее их. Яростный берсерк. Этот человек всегда окружен громилами из числа ветеранов, известен вспышками дикого неуправляемого гнева и неумолимой жестокости. Плюс один к авторитету, плюс один к боевому духу всех войск. О, это хорошо. Так, теперь давайте сюда, к Флоренции. Тут венецианская армия. Здесь, я думаю, в принципе, сейчас имперцы пойдут на штурм, мы его выдержим все равно. И плюс сейчас мы в случае чего возьмем подкрепление из Флоренции, из Рима. Подкрепим вот эту нашу армию. Можно даже из Флоренции кого-нибудь здесь взять нам. Ой, из Флоренции, из Болонии. Из Болонии. Так, давайте вот этих вот соединим сюда. А из Болонии один отряд, например, вот этот вот перебросим сюда, эту армию, все. Здесь, правда, Священная Римская империя может нас атаковать, ну нет, думаю, не такая будет серьезная сила. Кто у нас одни стрелки? Давайте на всякий случай здесь кого-нибудь сделаем. Селезь нам хватает. Давайте копейщиков еще сделаем. И потом пойдем, соответственно, по порядочку. Прям сейчас разгромим здесь венецианскую армию, которая осаждает нас в Флоренцию. Затем в сторону Рима. И через Рим пойдем, наверное, на Неаполь уже. Пойдем дальше. Будем дальше добивать, захватывать Италию. Так, ну что, нажимаем конец хода. Посмотрим, что у нас выйдет из всего этого.
Но британцы никак не успокоятся, да? Ну ничего, ваш очередь дойдет. Посадили нас опять там. Боячо, вот и кофсика. Интересно, куда эти португальцы направили свои разные свои отряды. Ну давайте, давайте уводить, облегчайте нам задачу. Сейчас мы только переобучимся. Возьмем вашу Сарагосу, Памплону. Польша опять вторую нам осадила. Ну, ребята, мне кажется, вам лучше на восток все силы сконцентрировать. Потому что там у вас враг намного страшнее, чем я. Хотя еще неизвестно, куда тимуриды повернут. Может быть, они уйдут на Балканы. Опа, по принципу здесь оказывается еще одна полностью стековая армия есть, да?
Это немного меняет наши планы. Хотя, возможно, у него там только стрелки. Посмотрим. Кого там убили? Кто-то посмотрел. Куда-то они решили развернуться по другой дороге пойти. Тимуриды. Интересно, куда это они собрались? Кандидат на усыновление Генри Урод. Отличная кличка. Это где, в каком городе? В Макселе, да? Так, ну что, смотрим, что у нас тут получается. Польша с Россией союз заключили, и Венгрия с Египтом перемирие. Доклады о найме. Денег у нас, финансы у нас значительно просели. Так, итоги хода. Лазучек нас здесь убили, да? По всей видимости. Осада поселения Тарун. Осада поселения Аячо.
Так, здесь мы, значит, идем зачищать от повстанцев. Так, португальцы нам перекрывают путь. Сейчас давайте сделаем вот что. Выведем вот эту вот армию. И теперь двигаем к ней полководца. Сюда сажаем вот эту армию. Давайте здесь сделаем гарнизон. Начнем делать. И также перебучаем. Сейчас у меня времени нет, следующим ходом можно попробовать разгромить вот эту вот армию португальскую. Да. Так, ладно, хорошо. В следующей серии мы это сделаем. Вот эта вот армия неизвестно куда пойдет, либо на Бордо, хотя возможно пойдет на Тулузу. Поэтому нам нужно здесь также сделать гарнизон в Тулузе, желательно бы. Дальше, что у нас тут? Здесь давайте в Гамбург. И также переобучение проводим. Пополняем наши силы. В Таруне. Ну, в Таруне, в принципе, можно даже на вылазку пойти. Пойдем, наверное, также в следующей серии на вылазку здесь. Значит, конечно, успеем. Вот это. Ну, там будем смотреть потом, как успеем, не успеем. По времени, в общем. Так. Что у нас здесь в Италии? Кстати, у нас купец еще один есть. Ну-ка, 68, рискнуть что ли? Отлично. Удалось нам это сделать. В Брюгге у нас также маленькая лояльность, да? Где еще у нас? В Риме самый маленький. Ну, Рим, потому что и в осаде еще есть. Давайте. В Брюгге что-нибудь такое построим тогда. Может быть, монастырь. Магистрат можно. Давайте трактир сначала сделаем. А там будем смотреть. Так, плюс налоги у нас обычные. Придется ставить также на низкие, как и везде. Практически это, конечно, ослабит значительно ослабит поступление в нашу казну. Ну и здесь также нас ждет сражение. Может быть, развить венецианскую армию. Так, где вот у меня агент? Давайте возьмем одного агента. Ага, вот новая армия Папы Римского. Новый папа, соответственно. Ну-ка. Убил наш убийца еще одного Папы Римского. Какие мы коварные, оказывается, да?
Все-таки линяем оттуда, пока нас не нашли. Так, в Венеции здесь уже сколько отрядов? Ага, вот они здесь. Подготавливали, здесь уже подвели подкрепление с разных сторон. Но они подойти не могут, это мешать нашей армии. Наверное, они бы подвели бы их уже. За это время. Но, повторюсь, мешает это нашей армии. Так, вот здесь еретика получит у нас, нет. Отлично получилось. Богохульник казнен был. Прекрасно. Так, дальше продвигаемся. В общем, здесь нам нужно ликвидировать вот эти венецианские отряды, тем более, что мы их можем сделать это по отдельности. Здесь продолжаем создавать наш флот в Генуе. Здесь нас также осадили во британские силы. Ну, я думаю, мы сделаем здесь также вылазку и, в принципе, разобьем эту армию. Не думаю, что это такая будет сложная задача. Ну, а здесь мы уже все смотрели, все продвигались. Тут у нас уже определенные планы есть. Этого полководца соединение с этой армией бросим. Ну а в Тулузе пока продолжим перебучать, пополнять потрепанную вот эту вот армию. Но это слегка потрепанную, не очень сильно, но все равно. Пополним ее и потом двинемся на Сарагоссу. Будем входить в Испанию. Португальцы отвели значительно свои силы от Памплоны. Опа, тут 61% католицизма всего. Давай здесь тоже будем проповедовать. Так, вот это, значит, похоже, тоже португальский город, да? И португальцев мы тоже здесь всех задавим. Агентам продолжаем здесь следить за тимуридами. Куда они направляются. И вообще будем наблюдать за ними. Ну все, на этом на сегодня все. До новых встреч.